диалог со взрослым парнем. Он смог себя поставить так, что мы с ним на равных. Он знает, что у мамы с папой что-то странное. Все нормально, но в этой ситуации он главный. Палево крайне нереальное. И нифига такой парень неправильный. Он сам все понимает. Да и мы от него ничего не скрывали. Никогда не старались держать от него это в тайне. Да не, отдай его мне на субботу, воскресенье. Мы как на войне. Я вспоминаю, как отец мой относился ко мне. Но его не было в моей жизни вообще. Оу, щит. Понять бы порядок вещей. Что делать дальше и что для меня важнее. Жизнь игра на прохождение. Каждый уровень сложнее. Скачать бы приложение посвежей. Еще одна проблема. Жизнь чудесна. Чем сложнее, тем интереснее. Я право налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Еще одна проблема. Жизнь чудесна. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Вам, наверное, надоело меня слушать. А знаете что? Мне как-то похуй. Найдите себе занятия получше. Идите общайтесь с таким же, как и вы, лохом. Я выйду на дорогу. Постою немного, ударит грома грохот, следом ливанет. Какие испытания мне еще уготовлены Богом? Я знать не хочу, но готов на любой поворот. Прошу одного только вот, чтобы все близкие и все, кого люблю, были здоровы. И чтоб он там не забыл посчитать никого. В таком случае у меня на душе все будет ровно. А дождь в теплый тем временем шел. Давай из жизни сделаем реалити-шоу. Людям будет побеседовать о чем. Эти люди любят советовать еще не на чем. Еще одна проблема. Жизнь чудесна. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Еще одна проблема. Жизнь чудесна. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Очередное подмосковное батонное утро. Стакане разведено, что-то лимонное от простуды. Не выезжаю отсюда почти никуда. Если нужен кому-то дела, приезжают сюда. Тут мои люди. Тут круто, тут студия. Но попасть внутрь трудно. Мы не тусуем люто, не вызываем проституток. Наркоту никто не юзает. Вокруг создают уют. Аккуратно кушаю тортик шоколадный. Официанту говорю, что у них лучший в городе латте. Выйду на бульвар, окину взглядом. Одену капюшон, на одну из лавочек присяду. Из пачки парламента достану босяцкую пятку. Даду и забегу в метро, прыгну на эскалатор. Сообщаюсь со своими фанатами, шучу. Ладно, мне рановато, упаду за руль Тони-Вайта. Еще одна проблема, жизнь чудесна. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Еще одна проблема, жизнь чудесна. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. В эфире мы уже. Можно уже поближе к микрофону, потому что прямо сейчас будем здороваться. Друзья, это спешл гест шоу на Мегаполис FM. Мы в прямом эфире. Александр Рулев, Мира Бумерани, говорит здравствуй. Здравствуйте, друзья. А мне здравствуй. Чужая жизнь называется трейлер. Зачетно. Всем добро пожаловать. Стрим запустился. Фармим, что безлютые. Я веду диалог со взрослым парнем. Он смог себя поставить так, что мы с ним на равных. Он знает, что у мамы
с папой что-то странное, все нормально, но в этой ситуации он главный. Палево крайне нереальное, и нифига такой парень неправильный, он сам все понимает. Да и мы от него ничего не скрывали, никогда не старались держать от него это в тайне. Да не, отдай его мне на субботу, воскресенье, мы как на войне. Я вспоминаю, как отец мой относился ко мне, но его не было в моей жизни вообще. Оу, щит, понять бы порядок вещей, что делать дальше и что для меня важнее. Жизнь игра на прохождение, каждый уровень сложнее, скачать бы приложение посвежей. Еще одна проблема, жизнь чудесная, чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо, главное не стоять на месте, главное двигаться плавно. Еще одна проблема, жизнь чудесная, чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо, главное не стоять на месте, главное двигаться плавно. Вам, наверное, надоело меня слушать, а знаете что? Мне как-то похуй, найдите себе занятия получше, идите общайтесь с таким же, как и вы, лохом. Я выйду на дорогу, постою немного, ударит грома грохот, следом реванет. Какие испытания мне еще уготовлены Богом, я знать не хочу, но готов на любой поворот. Прошу одного только вот, чтобы все близкие и все, кого люблю, были здоровы, и чтоб он там не забыл посчитать никого. В таком случае у меня на душе все будет ровно, а дождь и в теплый тем временем шел. Давай из жизни сделаем реалити-шоу, людям будет побеседовать о чем. Эти люди любят советовать еще не на чем. Еще одна проблема, жизнь чудесная, чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо, главное не стоять на месте, главное двигаться плавно. Еще одна проблема, жизнь чудесная, чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо, главное не стоять на месте, главное двигаться плавно. Очередное подмосковное батонное утро, в стакане разведено что-то лимонное от простуды. Не выезжаю отсюда почти никуда, если нужен кому-то дела, приезжают сюда. Тут мои люди, тут круто, тут студия, но попасть внутрь трудно. Мы не тусуем люто, не вызываем проституток, наркоту никто не юзает, вокруг создают уют. Аккуратно кушаю тортик шоколадный, официанту говорю, что у них лучший в городе латте. Выйду на бульвар, окину взглядом, одену капюшон, на одну из лавочек присяду, из пачки парламента достану босяцкую пятку, году и забегу в метро, прыгну на эскалатор, сообщаясь со своими фанатами, шучу. Ладно, мне рановато, упаду за руль Тони Вайта. Еще одна проблема, жизнь чудесная, чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо, главное не стоять на месте, главное двигаться плавно. Еще одна проблема, жизнь чудесная, чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо, главное не стоять на месте, главное двигаться плавно. Диалог со взрослым парнем, он смог себя поставить так, что мы с ним на равных. Он знает, что у мамы с папой что-то странное, все нормально, но в этой ситуации он главный. Палево крайне нереальное, и нифига такой парень неправильный, он сам все понимает. Да и мы от него ничего не скрывали, никогда не старались держать от него это в тайне. Да не, отдай его мне на субботу, воскресенье, мы как на войне. Я вспоминаю, как отец мой относился ко мне, но его не было в моей жизни вообще. Оу, щит, понять бы.
порядок вещей. Что делать дальше и что для меня важнее? Жизнь игра на прохождение, каждый уровень сложнее. Скачать бы приложение посвежей. Еще одна проблема, жизнь чудесна. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте, главное двигаться плавно. Еще одна проблема, жизнь чудесна. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте, главное двигаться плавно. Вам, наверное, надоело меня слушать. Знаете что? Мне как-то похуй, найдите себе занятия получше. Идите, общайтесь с таким же, как вы. Я выйду на дорогу, постою немного, ударю дробу. Группу на сам покажу тебя. Мне еще уготовлен Богом. Я знать не хочу, но готов на любой поворот. Прошу одного только вот, чтобы все близкие, все, кого люблю, были здоровы. И чтоб он там не забыл посчитать никого. В таком случае у меня на душе все будет. Вот был такой сказать. На языке сам попался этот донат, блядь. Жестко. Который донат делал, страховый, блядь. А у него 40 лет, когда он умирает, короче, взрывается. Минус, кстати. У него все грим, он жесткий, я говорю, если попадаешься, то купил. Плавно, очередное подмосковное подонное утро. Ранее разведено что-то лимонное от простуды. Да-да-да, почти никуда. Ну все, я опыт буду, пока потом попозже. Через сколько будешь принимать? Тут круто, тут сложно. Где-то, ну, игр, наверное, в доту будут играть ночью. Не вызываем проституток, наркоту никто не юзает. Вокруг создают уют, аккуратно кушаю тортик шоколадный. Тогда спасибо, что так и полез на парню. Не давай. Ждал, обещали попробовать на зарплату, тут попал. Три дня ждал, у нас обещали. А кто тебе обещал? Играли в твой на аренке, я просто не знал, приходил и хотел, я думал. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте, главное двигаться плавно. Еще одна проблема, жизнь чудесна. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте, главное двигаться плавно. Диалог со взрослым парнем. Он смог себя поставить так, что мы с ним на равных. Он знает, что у мамы с папой что-то странное. Все нормально, но в этой ситуации он главный. Палево крайне нереальное. И нифига такой парень неправильный. Он сам все понимает. Да и мы от него ничего не скрывали. Никогда не старались держать от него это в тайне. Да, не, отдай его мне. На субботу, воскресенье. Мы как на войне. Я вспоминаю, как отец мой относился ко мне. Но его не было в моей жизни вообще. Оу, щит. Понять бы порядок вещей. Что делать дальше и что для меня важнее. Жизнь игра на прохождение. Каждый уровень сложнее. Скачать бы приложение посвежей. Еще одна проблема. Жизнь чудесна. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте, главное двигаться плавно. Еще одна проблема, жизнь чудесна. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте, главное двигаться плавно. Вам, наверное, надоело меня слушать. А знаете что? Мне как-то похуй. Найдите себе занятия получше. Идите, общайтесь с таким же, как и вы, лохом. Я выйду на дорогу.
погнал! Были здоровы, и чтоб он там не забыл посчитать никого. В таком случае у меня на душе все будет ровно, а дождь и в теплый тем временем шел. Давай из жизни сделаем реалити шоу. Людям будет побеседовать о чем. Эти люди любят советовать еще не о чем. Еще одна проблема, жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Еще одна проблема, жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Очередное подмосковное батонное утро. В стакане разведено что-то лимонное от простуды. Не выезжаю отсюда почти никуда. Если нужен кому-то дела, приезжают сюда. Тут мои люди. Тут круто, тут студия. Но попасть внутрь трудно. Мы не тусуем люто, не вызываем проституток. Наркоту никто не юзает. Вокруг создают уют. Аккуратно кушаю тортик шоколадный. Официанту говорю, что у них лучше в городе латте. Выйду на бульвар, окину взглядом. Одену капюшон, на одну из лавочек присяду. Из пачки парламента достану посядскую пятку. Дадую, забегу в метро, прыгну на эскалатор. Сообщаюсь со своими фанатами, шучу. Шучу, ладно, мне рановато, упаду за руль Тони Вайта. Еще одна проблема, жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Еще одна проблема, жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Диалог со взрослым парнем. Он смог себя поставить так, что мы с ним на равных. Он знает, что у мамы с папой что-то странное. Все нормально, но в этой ситуации он главный. Палево крайне нереальное. И нифига такой парень неправильный. Он сам все понимает. Да и мы от него ничего не скрывали. Никогда не старались держать от него это в тайне. Да не, отдай его мне. На субботу, воскресенье. Мы как на войне. Я вспоминаю, как отец мой относился ко мне. Но его не было в моей жизни вообще. Оу, щит. Понять бы порядок вещей. Что делать дальше и что для меня важнее. Жизнь игра на прохождение. Каждый уровень сложнее. Скачать бы приложение посвежей. Еще одна проблема. Жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Еще одна проблема. Жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Вам, наверное, надоело меня слушать. А знаете что? Мне как-то похуй. Найдите себе занятия получше. Идите общайтесь с таким же, как и вы, лохом. Я выйду на дорогу, постою немного. Ударит гром и грохот, следом ливанет. Какие испытания мне еще уготовлены Богом? Я знать не хочу, но готов на любой поворот. Прошу одного только вот, чтобы все близкие и все, кого люблю, были здоровы. И чтоб он там не забыл посчитать никого. В таком случае у меня на душе все будет ровно, а дождь и в теплый тем временем шел. Давай из жизни сделаем реалити шоу. Людям будет побеседовать о чем. Эти люди любят советовать еще не о чем. Еще одна проблема, жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Еще одна проблема, жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте.
плавно двигаться, плавно. Очередное подмосковное батонное утро. В стакане разведено что-то лимонное от простуды. Не выезжаю отсюда почти никуда. Если нужен кому-то дела, приезжают сюда. Тут мои люди, тут круто, тут студия. Но попасть внутрь трудно, мы не тусуем люто. Не вызываем проституток, наркоту никто не юзает. Вокруг создают уют, аккуратно кушают тортик шоколадный. Официанты говорят, что у них лучше в городе латте. Творина, блядь, просто творина. На одну из лавочек не сяду. Из пачки парламента достану посядскую пятку. Где ты играть нами? Ты умрешь, ну просто. Сообщайся со своими фанатами, шучу. Ладно, мне рановато, упаду за руль Толивайта. Еще одна проблема, жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте, главное двигаться плавно. Еще одна проблема, жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте, главное двигаться плавно. А кто это, Лёха, заходил, говорю, типа, на аренду, не на аренду, кто был? Макс. Я его знаю. Буримар, мастер, нахуй тот. Который вчера идет, типа, с Игорем делал вчера. Хз, ну, без главы мы стартим плащом. Да, это вчера ты бегал, и он бегал вместе с Игорем. Изи паки попалась, вообще изи винт. Я веду диалог со взрослым парнем. Он смог себя поставить так, что мы с ним на равных. Он знает, что у мамы с папой что-то странное. Все нормально, но в этой ситуации он главный. Палево крайне. А слышь, предъяву сделал, будто ебать, я должен что-то играть. Он сам все понимает, да и мы от него ничего не скрывали. Никогда не старались держать. Если я сказал, что мы идем с тобой, парни, да, мы идем с тобой играть. Правильно, правильно, все. Я ему ничего не обязан. Мы как на войне, я вспоминаю, как отец мой относился ко мне. Но его не было в моей жизни вообще. Оу, щит. Понять бы порядок вещей. Что делать дальше и что для меня важнее. Жизнь игра на прохождение. Каждый уровень сложнее. Скачать бы приложение посвежей. Еще одна проблема. Жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Еще одна проблема. Жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте, главное двигаться плавно. Вам, наверное, надоело меня слушать. А знаете что? Мне как-то похуй. Найдите себе занятия получше. Идите общайтесь с таким же, как и вы. Опять на санскрита. Ну что это, блядь? А у меня так хоть не санскритана. Я не могу вообще. Пушку найти — это проблема. Но тогда я пока не топаю, может быть похоже, может быть, но не до визуально. Может быть парни с вами, ну, взвет по парню. Хотя гарантии тоже не дают, это просто. Хорошо. Я просто думаю, либо в доку пойти, либо там по делам соединить. Ну, если что, будете памяти, если что, будете памяти. А еще раз, такие приявы, типа, предъявляют только данные. Я его не знаю, кто там был, кто такой, я не знаю, во-первых. Во-вторых, я с тобой ответил, сразу договорились, мы с тобой собрали подъявили, правильно подъявили. Да, он сказал, блядь. Если бы мы сидели сколько здесь, нахер, значит, мы сами. Да, мог сказать, иди пати, подъявили, просто сидел молчал. Нет, я просто взял вчера, вышел, просто бомбанул, и он взял, вышел прям с раунда, ну, с матча, прям покинул, чтобы даже штраф говорил. Он ничего не говорил никому. Он сорока просто лопнул, что их потом закрывал. Но мы играли с таким Максом, мы втроем стартанули, но я думаю, Игорь вылетел, но мы вылетели.
Ну, это же Лёха Сёда, да, если что, не парь. Тебе наклепаем еще то время. Еще одна проблема, жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Еще одна проблема, жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Диалог со взрослым парнем. Он смог себя поставить так, что мы с ним на равных. Он знает, что у мамы с папой что-то странное. Все нормально, но в этой ситуации он главный. Палево крайне нереальное. И нифига такой парень неправильный. Он сам все понимает. Да и мы от него ничего не скрывали. Никогда не старались держать от него это в тайне. Да не, отдай его мне. На субботу, воскресенье. Мы как на войне. Я вспоминаю, как отец мой относился ко мне. Но его не было в моей жизни вообще. Оу, щит. Понять бы порядок вещей. Что делать дальше и что для меня важнее. Жизнь не грань прохождения. Каждый уровень сложнее. Скачать бы приложение. Так-с, музыку отключим. Так, ну это сидим. Вот, зашли два пара механистов. А можно вообще изи так-то, блядь, четвером, ну, в три пары просто, блядь. Гоу, короче, так пойдем, ну. А с пушечкой тогда в 150 по вышке-то, блядь, нихера, блядь. Дамага приподняла меня сразу, блядь. Тут гол, короче. Пятьдесят 6%, блядь, она нихера мне поднимает. А у меня сейчас по 50%, короче, прочки, да? И 6 раз на мне 50. И... О, это вообще жестко, блядь, сейчас. Нахер ты его здесь-то заморозил мне. Сзади турель стоит, бля, я просто его расхерачиваю, бля. Вот что значит, дамага добавил, нах. И все на изеньке. Все, полетели. Гол. Меч, ёб твою медь, блядь.
Пати закрыта у нас. Ой-ой-ой, там сейчас нихера кому-то, блядь. Сейчас идеально, короче, мне скрафтить хороший, короче, пояс. Вообще идеально, можно сказать, пояс надо скрафтить. И тогда у меня база еще поднимется, как минимум, блядь, соток на 5, но. Сейчас будем пояса искать, но. Пояса. Золотишки пока 93. Вот я говорю, и синьки скрафтил, фиолки, из фиолки скрафтил, вот. Фиольная пушка получилась. И из четырех синих, блядь, скрафтилась одна фиольная пушка, блядь, на 150 повышки. Сейчас надо, блядь, либо, короче, искать пушку фиольную, блядь, без шанса критана. Либо, короче, искать 4 синьки, блядь, с хорошими макстатами, блядь. Что-то одно, короче, блядь, а потом поясом заниматься уже. Инвентарь вроде сегодня еще чуть-чуть раскрыл, блядь, должно вообще быть нормас. Ты чё там стоишь, стреляешь? Ты чё, блядь? Щегол, ну. Стоит там, нафигаривает, ну. По нашим пацанам. Мечу даем этот. А, не получилось вот сейчас. А, все уже. Раз, два. Девять. Десять. Лишнего брать нам не надо. А то место будет занимать одна лишняя штучка. Бумсма 4К, блядь, пробило там кому-то, блядь, шляпу. Хлопка, пацан, поймал его. Калевали, тили-тили. Давай вот так вот сделаем. Пускай пацаны заходят сюда. Чё? Ой-ой-ой. Ты чё это только что было-то, меч? А где агр-то, нахуй? Ты чё, блядь? Мы их, конечно, убьем, но, блядь, я ни хера в хп потерял. Я сегодня наварился, блядь, хп подправил. Как не могу, 80. Я по хилкам уже в минус пошел. Вот две пушечки. Раз, раз. У них посмотреть макс стат вообще просто интересно. Вот, плюс 80. Блин, шанс крита. Пушки, блин. Ой-ой-ой. Еще броню сбрил пацанам. Мельник должен был заснуть вообще, но. Максимум по КД просто кидай и все. И все будет ок. Лего опять дает. Ну вообще, но он сегодня с дропом вообще просто изи. И книжечки дает. Такие что вообще, я говорю. Так, так. Че у этой? Ну, как обычно, шанс крита. Повышенный урон.
большого скрипта и все виды сопротивления. На... Заходим. Ку-ку. Ха! Ты шо, пацан? Заблудился? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой дамаг прохватывает пацан в будку, на. Пушечка-то на 150-то по ушечке-то. Правда, одна всего получилась в ней. Одна в ней получилась. Вот это что, он ее покрасил так, что ли? Легенда. Один хрен пацана догнал, в затылок ему накидал. Один фиг мы типов сломали, да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, въехало так как четко под турельку чью-то, но. А мы что-то здесь вообще просто типов сносим, но. Дамага столько, что вообще, он был, ууу, финиш, но. КВ-2 также будет, короче, просто. Любая локация будет почищена так же, как здесь чистится сейчас на изи, но. Чё там еще никого не убило, на туда, на. Лови гранату, диджей. Чё, где он стоит-то, на? Один в середине, на. Текс, ладно, здесь обижал чуть-чуть. Ну что за фигня закипишь, мах.
все. Поставил. Лови сразу бронебойку туда, да. Он думает, что мы все равно его не убьем. Мы его все равно сломаем, этого типана. Ну накрыл у меня пушками. А пушка-то все равно стреляет. Держи еще ты бронебойщину. Да, если он бы с синги не вышел, мы бы его в два раза быстрее бы убили бы. Андрей, ну ты пацик знает, ну. В синге ему просто трапно. Она снесло крышу на. Я симпень без премана.
еще отстреливаются, пытаются, нах. Ах, ну баста, нах. Пушечка. Оп, хилочка. Не-не-не, не по плану, но умирать. Сейчас будет изи Герману. Изи Винтно. Крит Ома, блядь. Ну я вообще в панике. В этот раз дропа мало. Ну-ка, Феуча. Урон. Все, поехали. В этот раз как-то Гера, блядь, бегает быстро, ну. Я поймал, ну. Все поймал. И меча, короче, и меня похоронила, я понял.
Ага. Надо дожимать. В прошлый раз быстрее убивали. Короче, там как-то бегаем, блин. Посерьезки, но. Мешочки, что никто не хочет, короче, поднимать вообще. Сейчас подниму тебя, братуха. Сколько дал? 3 леги. Какой-то умный. Потный был. Силы сопротивления, увеличение здоровья и крит урона. Третьего еще пояса не падает. Это можно было бы сделать, попробовать скрафтить потом. 4. Не, ну шанс крита даже не хочу. Вот с уроном бы вообще, блядь. Пускай бы, блядь, не было бы, блядь, повышка была бы поменьше, но зато дабаг. Видите, у меня 151,97, почти 152 повышки, блядь. Это вот и синяк скрафтилось, плюс я ее проточил. И на плюс один дырку сделал еще в ней. Так. Три 500. Синьку шуды покидать.
Даже вот такие вот 4 пушки скрафтить, и хер его знает, по 2500, то, наверное, будет, не знаю. Я ничего не буду покупать. Успех вот на сопротку, на полочку. Скорость атаки, 55-6%. Что не дает еще? Все, урон. Сопротка. Еще одно угно на изинах вообще будет. В этот раз что-то гир как-то не очень, видимо, встауна. По локации давай носиться как безумные.
сегодня, блядь, денюха. Пятнадцать ка, блядь, нихера, он до сих пор живой, блядь. Сколько же у него хп, блядь. Если ему, блядь, на 15к прихватило в гриву, блядь. Какого хера, блядь, я нахуй на синьке дохерачу здесь. Что-то вообще, ну. Кому где-то появится, кончилось. Шута на тебе. В шутах тоже, блядь, там мало, блядь, шансов выбывания. Чтоб
там нормально хотя бы десяток поднять, там две сотки золота иметь, блядь. Я в середине, отлично. А он в будку выхватывает, нахуй. О, чёрная кошечка. Она что без крит урона была, блядь. Так, зеленку отсюда нахуй поснимать надо. Это внизу остался один. Просто позбривали типов. Крит урон опять. Вы видите. Крит урона, блядь. Нахер он, блядь, не нужен. Мне нужна пушка без крит урона. Пускай с повышечкой небольшой, с уроном, но без крит урона, блин. А еще не нужен крит урон.
придется заюзывать. Пиздец.
Яникс. Икс. Диалог со взрослым парнем. Он смог себя поставить так, что мы с ним на равных. Он знает, что у мамы с папой что-то странное. Все нормально, но в этой ситуации он главный. Павел крайне нереальный. И нифига такой варик неправильный. Он сам все понимает. Да и мы от него ничего не скрывали. Никогда не старались держать от него это в тайне. Да не, отдай его мне на субботу, воскресенье. Мы как на войне. Я вспоминаю, как отец мой относился ко мне. Но его не было в моей жизни вообще. Оу, щит. Понять бы порядок вещей. Что делать дальше и что для меня важнее. Жизнь игра на прохождение. Каждый уровень сложнее. Скачать бы приложение посвежей. Еще одна проблема. Жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Еще одна проблема. Жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Вам, наверное, надоело меня слушать. А знаете что? Мне как-то похуй. Найдите себе занятия получше. Идите общайтесь с таким же, как и вы, лохом. Я выйду на дорогу. Постою немного, ударит гром и грохот, следом ливанет. Какие испытания мне еще уготовлены Богом? Я знать не хочу, но готов на любой поворот. Прошу одного только вот, чтобы все близкие и все, кого люблю, были здоровы. И чтоб он там не забыл посчитать никого. В таком случае у меня на душе все будет ровно. А дождик теплый тем временем шел. Давай из жизни сделаем реалити-шоу. Людям будет побеседовать о чем. Эти люди любят советовать еще не на чем. Еще одна проблема. Жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Еще одна проблема. Жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Очередное подмосковное батонное утро. Стакане разведено, что-то лимонное от простуды. Не выезжаю отсюда почти никуда. Если нужен кому-то дела, приезжают сюда. Тут мои люди, тут круто, тут студия. Но попасть внутрь трудно. Мы не тусуем люто, не вызываем проституток. Наркоту никто не юзает. Вокруг создают уют. Аккуратно кушаю тортик шоколадный. Официанту говорю, что у них лучше в городе латте. Выйду на бульвар, окину взглядом. Одену капюшон на одну из лавочек. Присяду из пачки парламента. Достану босяцкую пятку. Раду и забегу в метро. Прыгну на эскалатор. Заобщаюсь со своими фанатами. Шучу. Ладно, мне рановато, упаду за руль Тони Вайта. Еще одна проблема, жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Еще одна проблема, жизнь чудесная. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте. Главное двигаться плавно. Thank you.
А мы такие разные, Че это такое? Эй, что там у нас есть? Значит, вышел новый фильм. Как я и хотел посмотреть новый фильм. Поиграл за ним, да? Молчетно с гильдии. Так. Свои абстракции, Сережа бацает номеру уна папарацци. Приправят перцем пацци, большой семьи не клацай. Добавим больше звуку, давай устроим танцы. Налей бокал мне колу, я отправляю в кому. Трек весом в тонны, кисы пляшут, громко стонут. Бутылки пластик тонут, я потребляю воду. Тряхани сначала мне без газа, давай лоба колу. Я Коба робот, психуй, пойми, пришло случайно. Я не любитель ксип, не питаюсь самопальным. С моих районов спальных тебе посыл фатальный. Родина база, а дороги остаются в тайне. Счастье это часа три, хуй пойми, что внутри. Года меня ко дну, я тру, а ты мне тут не три. Картоху в примике, мак, дай-ка мне Биг Мак в потолок.